Можно двое в камере на Арбате, еще лучше. Ну тут на Арбате нет неправильной камеры. Да. Ой, ну что? Да. Ну ёпта. Да. Бля. А, то да. Бля. Да. Сейчас посмотрим, что у нас там. Фактически в кадре для тебя нет места. А мне там и делать нечего. Признался? Да ка чё мне там делать? Что ты лишний. Да. На этой земле, бля. Когда есть деньги, то всякий бард этого, там делать нечего. Да. Со всеми своими дурацкими представлениями. Я-я. Иванов, я, иди сюда. Я-я. Да. Ну что ж, что-то ты не пялился. Я же тебя не вижу вообще. Да и никто не видит. То есть ты не будешь этот раз шутить? Да зачем мне? Я лишний, ты же знаешь. Понятно. Ой, ёлка. Хороший аутоостракизм такой. Да, аутоостракизм я слышу. Так, а ты себе чай не возьмешь, будешь большую. А я вот же, я по приколу. По приколу. Разными. Обосраться можно. Да. Обосраться можно. Ты еще двумя руками возьмешь. А запас. Как древний, на голову. Как древний грек. Древний древ. Да. Древний древ. Это нафиг, чтобы не гремело вообще. Это надо туда поставить куда-нибудь. Ложку надо снять, потом она будет гремить. Так, ну все, так не страшно. Вот. Ну, собственно говоря, можно начинать. Так я не понимаю, почему темно. Почему темно? Потому что темно. Я специально не буду. Ну ты не пелился бы. Окей. Все начали так? Ну начали и кончили первый раз. Отлично. Для начала мы выпьем? Для начала надо сперва начать. И думаю, поздороваться, и потом выпьем. Ну, это же это одновременно делают. Одновременно. Здравствуйте. Да, ну понятно. Да? Хорошо. Поехали. Здравствуйте, товарищи. Мы выпьем. Да, я чай, а он какое-то дерьмо. Я тоже какое-то... Почему? Не какое-то, а совершенно конкретное. Называется кофе с имбирным сиропом. Ужас такой. Чего ужас? Ну да. Нормальный напиток. Должно быть разнообразно. Ну, по-моему, да. Что напиток? Я не помню, такая же. Тоже записи. Мы, собственно говоря, продолжаем наши записи. Да. Сегодня у нас какая-то особенная тема, да. По заявкам. Да, по заявкам. Нет, и в прошлый раз тоже было. Тоже по заявкам. Продолжаем писать по заявкам. У нас сегодня тема страшнее, гораздо страшнее, чем в прошлый раз. Да. Тема называется вампиризм. Вампиризм. Во всех его видах. Во всех его видах, формах. Что это такое, для чего он нужен, как с ним бороться и как его использовать в быту. Опять же, как и в теме о стрессе, хочу сказать, что раскрыть эту тему невозможно. К этому стремиться мы не будем, а опять же, как и в прошлый раз, подчеркнем самые главные, основные какие-то отличительные черты, моменты. Да, потому что я вчера столкнулся с чем, я когда давал небольшой анонс, люди сразу же порицали, что если мы будем говорить о вампирах, что это что-то связано со сказками, с графом Дракулой. Ну, конечно. Я хотел сказать, что, наверное, мы вас удивим. Мы вас удивим. Многих. Не всех. И Дракулу удивим. Да. Выпьем из него всю кровь и закусим. Да, ох, нет, это тоже. Ох, удивительно. Хорошо, пусть это будет кровь Дракулы. Да. Да. За дракулизм. Да. Компай. Компай. Итак. Итак, так сказать, правило первое. Давай сформулируем, да? Значит, вампиризм есть там, где нет любви. Это надо понять. Теперь смотрите, если вы оказались рядом в такой ситуации, если вы видите, что кто-то вас провоцирует на скандал, на конфликт, даже одноразовый, не говоря уже о каких-то хронических отношениях, ни в коем случае не поддавайтесь на это. Никогда. Значит, как только человек начинает вас раздражать, это очень опасный симптом. Как только он начинает вас раздражать, немедленно его пожалейте. Это чрезвычайно просто сделать, кстати. Это техника. То есть он вот вас раздражает, немедленно на секунду влезьте в его шкуру мысленно и поймите, как ему плохо. Он недоволен собой. Мир для него источник агрессии. Он полон ненависти, он полон тоски, он одинок, он озлоблен. Представьте себе на секунду, вот даже сейчас, как должен чувствовать себя такой человек. И вам немедленно станет его жалко, хотя бы на капельку.
Этой капельки хватит, чтобы вы успели подавить вспышку ответного раздражения. Не допускайте этого. А как быть с историей того, что вообще невербализованный гнев приводит к соматическим всевозможным заболеваниям, в том числе и раковым? Это ты о другом сейчас говоришь, а совсем. Как? В любом случае, человек начинает подавливать себе, вот ты говоришь, перестроиться на жалость, он же подавливает себе вот этот гнев. Нет, нет, он не подавляет. Я еще раз говорю, я же не сказал, если вы испытываете раздражение, подавляете в себе. Я же этого не сказал. Я сказал, если вы начинаете испытывать раздражение по отношению к тому, кто провоцирует вас на конфликт, немедленно его пожалейте, перестройте свой эмоциональный фон в самом начале. Сделать это, сказал я, очень просто. Мысленно. Это не просто на самом деле. Человек должен так или иначе быть готов к какой-то аутогенной тренировке. Так мы сейчас что делаем? А многие, думаешь, могут позволить себе такое? Многие не могут. Но, понимаешь, наша с тобой логика проста. У нас с тобой там 10-15 минут, или сколько идет запись, да? Сколько наболтаем. Совершенно верно. Мы должны просто говорить с тобой, что кто предупрежден, тот вооружен. Мы же сейчас не тренируем людей, мы же вас не учим, как надо это делать. Мы говорим, что надо делать. Вот мы просто вас предупреждаем, не смейте испытывать раздражение по отношению к тем, кто вас раздражает. Если это одноразовый акт, типа продавщица вы, или там пассажир в автобусе вы, или кто-то в метро вас толкнул, понимаете, вот очень часто такие люди в метро идут специально задевая людей. Понимаете, они ждут, что вы скажете, ты че вообще, да? Не надо этого делать. Смотрите, если он вас специально толкает, ему это надо. Он ждет вашей вспышки. Кушать хочет. Кушать хочет. Пожалейте его. Поймите, как ему ужасно, как ему плохо. Действуйте так, как действует шофер на дороге по правилу ДДД. Дай дорогу дураку. Отойдите в сторону. Я думаю, уступите. Не всегда ему плохо. Другое дело, что нужно просто в любом случае не идти на провокацию. Ни в каком случае вообще никогда нельзя идти на провокацию. Ну, понятно. Вот. Потому что я говорю как старый провокатор. Вот. И поэтому просто на провокацию идти никогда нельзя. Потому что я сам очень люблю человека, скажем, как уязвить или еще что-нибудь такое, чтобы получить ответ. Ты что, ты люблю, я сволочь. Я сволочь, я гад. Вот. И поэтому, соответственно, тут не обязательно человеку плохо, который человека заставит на провокацию. Он может, предположим, заставить тебя раскрыться таким образом. Нет, а зачем он это делает? По-разному. Если это просто человек в метро, скорее всего, он просто кушать хочет. Если это человек... ему плохо? Не обязательно ему плохо. Но, Андрюша... Понимаешь, кушать хотят не всегда, когда голодны. Иногда люди просто хотят десерта, иногда но люди хотят обожать. Плохо. У него есть какая-то... У него есть... Ему что-то не хватает, так можно сказать? Может быть, ну, может быть, ему не значит, хватает. Значит, ему не хватает, а вам ну, в это время точно так же, как хватает. Не хватает, предположим, обжора, который, по сути, тоже болен. Обжора же болен. Вот, конечно. Ему тоже не хватает. Я и говорю. Вот. А вам-то всего хватает. Поэтому не поддавайтесь, отойдите в сторону. Ни в коем случае не вступайте в конфликт, не давите ответным плечом, не обменивайтесь агрессивными взглядами. На вас смотрят в метро агрессивно, отведите глаза. Вы останетесь в выигрыше все равно, выйдите немедленно из этого поля агрессии. Это первое, самое главное гигиеническое правило. Хуже-то гораздо ситуация, когда уйти некуда. Когда это не продавщица-продавец и не в автобусе пассажир. Семья. Семья. Вот что. Тут я могу советовать одно. Разводитесь. Совершенно верно. Потому что иначе вы умрете. Иначе вы умрете, как господин оформитель. Ну, не обязательно умрете, но хорошо вам умереть. Умереть можно по-разному. Ну, да, перестав можно... быть личностью, да, ты умираешь. Конечно. В этом смысле, да. Совершенно верно. Это все равно не брак, понимаете? Это все равно нечто такое, в чем жить нельзя. Поэтому если хронический вот такой союз, теща, тесть, там, значит, свекровь, жена, муж, жена... Значит, тещи дети, проще, с ним можно разводиться, родители. Разменяться. Разменяться. Да. Если можно разменяться, разменивайтесь. Я вообще сторонник того, вот, уходите. Вот в этом плане, насчет вампиризма и все остальное, я считаю, вообще, вот, это русская традиция, я считаю вообще большим злом, это существование большими семьями. Вот. Но это же наша беда. Конечно. Я считаю, что молодые всегда должны, так или иначе, уезжать и жить отдельно. Смотри, Андрей, мы так скажем. Да. Смотри. Вот я, можно это сказать, значит, скажу о себе, да? Mm-hmm. Вот мы живем вместе, значит, с мамой моей жены. А когда-то мы жили вместе с мамой моей жены, с ее отцом и с бабушкой моей жены. Мы жили в четырехкомнатной небольшой по размерам квартире, и нас было, сейчас скажу, я жена, дочка, теща, тесть, бабушка жены. 6 человек в маленькой квартирке четырехкомнатной с одним туалетом и с одной ванной. Это много, правда? Куча личностей, куча личностей, энергетики, да. И все. Но у нас в семье царили такие любовные отношения, что никакого вампиризма не было. Но все равно был дискомфорт. Не все, было. Когда у меня вот не было. Ты хочешь уединиться, но не можешь. Почему? Нет. Любой нет, человек почему? Должен уединиться. Нет, ну почему? Там были уголки, у каждого были уголки, где он мог уединиться, и все ценили
необходимость уединения друг друга. То есть теща могла постучать, открывала дверь, говорила: Юра, извини, ты занят? Я говорил: да, мам, простите, все-все, отказываюсь, обойдусь, что мне скажи. То есть никто ни в кого не лез. Это все равно. Все равно. Я считаю, просто и для развития малой семьи, для всего остального, молодые должны жить отдельно. Согласен. Молодые не должны быть со стариками. Согласен. Но главное все-таки это любовь. Ну, это в любом случае. Да. Потому что тут какие-то общие правила, ну, так сказать, трудноприменимы. Так сказать, кроме одного, любовь должна быть в основе отношений. Как это ни банально звучит, но это так. Если любви нет, разводитесь, разъезжайтесь, разменивайтесь, уходите. И в принципе есть. У нас камера закрылась. Нет, как закрылась? Да. Да ты че? Да. А мы не впустую ли говорим с тобой? Не знаю. Возможно, у нас сегодня вообще лажит. Хорошо. Я посмотрю. Она только что закрылась. Я вижу. А почему? А я скажу, почему батарейка села. Да не должна. Карта памяти полна, насколько же мы с тобой говорили. Вот так, девушка, представляете? Ужас. В следующий раз приходите к нам сюда, будем с вами писаться. Расскажете нам про вампиризм. Да. Да. Ну вот видите. Так что следующее воскресенье в 10 утра милости просим. Почему? Что ж такое, а? Как красивая девушка, так не москвичка. Да что ж за беда-то, а? А вы, девушка, тоже не москвичка? Вот тогда вы приходите. А что смешного-то? Нам третий абсолютно не лишний. В 10 утра. В воскресенье. Мы вас посадим в серединочку. И будем вас пытать по поводу темы следующей, которая будет. А какая будет, не скажем, чтобы вы экспромтом говорили. Ладно? Точно-точно приходите, нам все в кайф. А что, вообще ничего не записалось? Я не знаю. Посмотри. Нет, просто у нас прощения нету, мы не пообщались. Ну, ты потом запишешь один, скажешь правду, скажешь, у нас камера закрылась, поэтому прощаюсь за всех. Кстати, я тебе флеш принес. Ага, пожалуйста, сейчас. У меня просто сумма проводочки не собственно. Ты не расстраивайся, все это нормально. Сейчас что-нибудь придумаем? Конечно, придумаем. Мы сейчас что-нибудь придумаем с тобой. В туалетик сбегаем? Давай. Не смог ведь я перекинуть с этой флеши ничего себе, представляешь? Почему? Не знал. Компьютер пишет... Что-то у тебя вообще какие-то... У меня просто... Вот какая-то... Да. С другой стороны, все же это есть у тебя на сайте. У меня. На сайте там не то качество. Я же тебе оригинал принес. Ну, может, ты добавишь тогда сюда, и я потом еще раз попробую. Ну что, это у меня что-то с компом. Так, погоди, это в прошлый раз вот сейчас сотворил. Не волнуйся, все в порядке. Даже если у нас ничего не получилось с прощанием, ты один попрощаешься потом дома за нас, за все. Это понятно. Мне понятно, на каком месте остановился. Остановилось? Вот я сразу заметил, когда он ушел. А ты уверен, что где-то она погасла, а вот что она остановилась на этом месте? А этого я не знаю. Вот, и я не знаю. Я-то увидел только, когда она въехала внутрь. Ну, тут на самом деле почти большая часть написана, но у нас с тобой уже 27 минут. Пускай часть это мы отрежем, но у нас уже даже очень много получилось. Ну, тема такая. Да. Если послушать самую последнюю основу. Потому что, смотрю, в принципе, основа-то, ну, почти все. Да, основа писал. Есть, осталось лечение. Да, сейчас. Я освобожу место. Да. Так, сейчас еще раз запущу. Самую последнюю основу услышу. Очень шумно. Может, вообще запись не получилась? Да нет, у нас звук-то еще здесь пишется. Этот-то звук сразу же, я всегда говорю, почему пишу звук отдельно, потому что это далеко. Вот, я поэтому звук всегда пишу отдельно. Вот все, там где-то говоришь, что ему плохо и так далее. Сейчас я освобождаю место, что еще можно удалить еще.
Так вот наше прошлое. Я сейчас все удаляю. Банданы где-то. Да, это надо удалять, они же занимают память. Естественно, все. Больше ничего не осталось лишнего. Да, все лишнего больше ничего нет. Поэтому он и закрылся, что карта ёкнулась. А я что-то даже не думал. У меня там... Так а ты и не должен думать. Нет, я должен думать. Я обычно всегда удаляю. Я думал, я их перевел, но я их не удалил. Я думал, я их удалил. Ну, так за Господи. Бывает. Не должен бывать. Все, сейчас, значит, пишем про лечение. Да. Вот, то есть мы там рассказали про метро, про провокатора. Да. Вот итак, это... значит, вот короткое резюме, да? Да. Ни в коем случае не поддаваться на провокации, стараться вокруг себя организовывать атмосферу любви и жить в ней, и понимать, что жизнь вне любви в тесном коллективе, семья там, неважно, да, долгая жизнь вне любви патогенна, это источник вампиризма. Теперь вот мы с тобой сказали, уходите, разъезжайтесь, разменивайтесь, разводитесь, а если это невозможно? Сплошь и рядом, да, ну не могут люди по каким-то причинам. То есть, как стоит вопрос? Если не удалось спрофилактировать акт вампиризма, можно ли вампира лечить? Можно. Теперь, значит, смотрите, самое главное в лечении. Надо понимать, вампир не должен знать, что его лечат. Я тебе объясню, среди вампиров очень мало людей, которые отдают себе отчет в том, что они вампиры. Ну это да. Абсолютное большинство не понимает, что они делают. Они думают, же не злодеи. Я веселый, думаю. Конечно, что... они же не злодеи, это же несознательно делается. Может быть, есть там 1% таких, знаете, сознательных, хладнокровных хищников, которые говорят, это да, я вампир. Это психопатия тоже. Ну, конечно. Это даже не просто психопаты. Это, ты знаешь, ну, тогда вот, это даже не психопаты. Потому что психопат не отдает себе отчета в своих действиях. Нет, многие психопаты отдают себе отчет в своих действиях, прекрасно понимают и даже этим пользуются. Может быть. Но все-таки чаще, как мне кажется, встречаются люди неосознанные, которые ведут себя так неосознанно, не хладнокровно, не расчетливо. Не дегенерированные психопаты. Окей. В любом случае, мне кажется, что, так сказать, вампир не должен подозревать, что его лечат. Тем более, что как это... алкоголик. Да, как алкоголик. Да. То есть вампир должен полагать и быть уверенным в том, что вы лечите его тело, а не его душу. Это, на мой взгляд, очень важно. Но я абсолютно вот убежден в том, что главная терапия вампиризма – это терапия любовью. Это крайне тяжело, понимаете? Любить того, кто вас сосет, кто пьет ваши силы, кто пьет вашу кровь и энергию. Возможно, это подвиг сердца. Но на самом деле такие вещи и придают, на мой взгляд, смысл жизни. Ну, а вообще, в принципе, вот от себя могу добавить, что возьмите библиотеки, купите или скачайте в интернете Дао Цзэнзы, Дао Цзэнзы, я не выговорю, но вы поняли, да? Дао Цзэнзы и Дао Хуанхэ. Вот, он сбивает Дао Цзэнзы, вот, и прочитайте, собственно говоря, как надо относиться к таким ситуациям, вот, и как себя вести. Там очень хорошие советы есть. Да, и самое главное, это мы забыли с тобой. Да. Самое главное, это вот надо же, самое главное не забыть. Возьмите обязательно утром в воскресенье чайничек зеленого чая, покажи людям. Можно чайничек такой, зеленого. Можно больше. Да. Или вот такую чашку хорошего ирландского кофе. Да? Понимаете, почему я говорю ирландский? Это не потому, что кофе в Ирландии растет. Понимаете, да? Вот. Чашечку хорошего кофе. С другом, которого вы любите, скажите «кампай». Да, да, да. Вот, да. Или «прозит». Да, «прозит». А если он даже и не просит, все равно ему дайте. Даже мы выпьем. И скажем самое главное. Друзья мои, не кровососите, да не кровососимы будете. Амин. Амин. Уф. Не закрылось. Да? Да. Ну и ладно. Теперь моя задача утолкать все это не более 30 минут будет. Так, ну здесь было 5 минут, нормально. О, вот у нас еще осталось бы еще 5. Вот, нормально. Надо еще больше карту покупать. Извини. Нет, просто на самом деле все нормально. Вот. Так. Пи-пи-пи-пи-пи. Ох, какая у тебя заставка-то на компе красивая. Это я сделал. Это вообще картина. Слушай, а вот эти волны это ты сделал, да? Это эффект просто. Ух ты. Очень красиво, Андрюша. Водичка капает. Кампай. Еще какой кампай?
Дефицит. Да ужас, отвратительный. Отвратительный хит. Да нет, никаких. Гони его. В шею? К шею. Или к шиям. К шиям его. Или шиям. К пиям, да. Может, еще чайку он пьешь? Да нет, да, этот. Даже мне фотографию его прислала, она такая активная баба вроде. Даже она не смогла его. То есть активная, не пассивная, да? Не пассивная, то есть она именно. Она рыжая. Ну, а понятно. Все рыжие, они же вампиры. Рыжие тоже. Рыжие сволочи все. Ну кто, конечно. А лысые какие? Лысые? Они очень хорошие. Понятно. Жалеть надо. Убоги. Он говорит, это просто пиздец, он говорит. Я жду уже, вы себе не представляете. Он говорит, вы посадили меня на игру, я жду каждую неделю от вас сюжета. Пусть пишет мне, ага. Слышишь? Но бабло-то пошло уже. Я говорю, да нет, какое бабло? Он говорит, и не пойдет. Не пойдет. А не пойдет, но по одной простой причине, мы его не ищем. Нет, я его ищу. Не знаю, как ты, но я его ищу. Я рассказал всем об этих сюжетах, попросил найти спонсора по возможности. Бабло пойдет ровно тогда, когда ты целенаправленно его будешь сказать, вот я не буду снимать. Капиталистические предложения. Посмотри, вот ко мне ходят люди, да, или вот. Да, я понял. Нет, подожди, выслушай, я вот езжу по домам вечером. Чьи по домам ходят? Я? Конечно. Домашний душ. Все понятно. Я жду. Нет, подожди. Я открыл дубосек. Почему я дубосек? Ты забыл, я сволочь. Почему ты сволочь? У тебя какие-то определения. Ты один гомосек, другой сволочь. Да, а что я сволочь. Что за экстремизм? А я сволочь. Давай. Хорошее дело, кстати.